18 ноября пройдет 2 месяца с тех пор, как был введен карантин по бешенству. По нормативу, если ситуация разрешена успешно, то особый режим нужно отменить. Но до этого срока работа по отлову животных ведется по всему городу. У нас, значит, с начала периода отловлено 10,5 тысяч безнадзорных животных. И мы привлекали по бюджетным деньгам сторонние организации, они отработали 124 особи, выловили. Особое внимание очагу возникновения бешенства. В микрорайоне Забайкальске отловлено 362 безнадзорных животных. Активно проводится вакцинация. С начала года по сегодняшний день у нас по городу Улан-Удэ вакцинировано собак 19 699 голов, кошек 6967 кошек. В связи с выявлением случаев бешенства на территории города с 18 сентября по настоящее время подвергнуты профилактической вакцинации против бешенства 3398 собак и 1910 кошек. В том числе не было в полученном пункте поселке Забайкальский. Обработаны также животные в жилых дворах микрорайона Забайкальский. Провакцинированы против бешенства 127 лошадей, 24 головы мелкого рогатого скота и свиней. Однако, как сообщают специалисты, еще расслабляться рано, поскольку на территории сельских районов Бурятии продолжают выявлять заболевших бешенством диких животных. На этой неделе была добыта одна лисица в Иволгинском районе, передана в управление ветеринарии. На данный период пока результатов не знаем, будет на той неделе известно. Но уже было сказано о том, что в Джидинском районе положительная была проба волка. А на этой неделе добыли еще одного, получается. Отдали также управление ветеринарии, но ждем результатов. Поэтому пока ситуация в таком плане находится. Работу в усиленном режиме ведем. Решение об отмене карантина или о его продлении будет принято в ближайшие 2 недели. Саднум Ирдынеев, Евгений Павлов. Новости дня.